18 марта мы будем праздновать двухлетие присоединения Крыма к России. Это наш общий праздник. Каждая пять крымской земли пропитана кровью русских людей. Мы воевали за Крым с турками, англичанами, итальянцами и французами, немцами. Поэтому говорить о принадлежности Крыму кому-либо еще считаю некорректным. Крым был, есть и будет Россией. Присоединение Крыма к Российской Федерации имеет огромное геополитическое, стратегическое и историческое значение. Ну, в том числе и из-за того, что огромное количество русских, советских солдат сложили свои головы, защищая эту территорию. Мы можем вспомнить здесь в этом ключе героическую оборону Крыма от вторгающихся немецких войск в 1941 году, героическую оборону Севастополя 1941-1942 года, неудачную, к сожалению, Керченско-Лтегинскую десантную операцию 1943 года, ну и тяжелые бои за освобождение Севастополя и Крыма в апреле-мае 1944 года. Очень важно, я считаю, то, что очень многие наши орловцы, наши земляки участвовали в боях за Крым. Здесь можно вспомнить Николая Андреевича Дубковского, моряка, участвующего в Керченско-Лтегинской десантной операции 1943 года. Также можно упомянуть и героя Советского Союза Николая Ивановича Машкарина, танкиста, комбата, который погиб в апреле 1944 года как раз в боях за освобождение Крыма. Это наша память, это наша история, наша гордость. И этих людей чтут как орловчане, так и крымчане.